Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! С вами, как обычно, Буди, Enter, и сегодня мы будем делать обзор на карту Lucy Cup 02. Второй раунд у нас, значит, компетишн, который проходит по очковой системе. Уже стартанула третья карта, так, к слову, а вторая закончилась, собственно, как по традиции, прошлую субботу, 23 сентября. Давай, Enter, покажи да, нам, да, что да. тут есть. Да, у меня тут тайм вообще ужасный, я тут чуть-чуть совсем поиграл. Вот, прошел пару раз, но не так и не смог сделать ничего хорошего. Итак, сначала, что мы видим? Рокет и неуязвимость. 200 ракет нам даются. Где здесь находится старт? Вот здесь вот находится старт вот этой полоской. А можно ли его как-нибудь обойти? Нет, он не перепрыгивается и старт не цепляется несколько раз. Да, значит, вернуться, как-то да. Настрелять себе наперед не получится, да, так то что есть... будем играть честно. Как-нибудь сделать, не знаю, с разворотом. Ну, опять 4, да, ты посмотри. 10 ракет пустить, потом назад, в общем, да, это не поможет. Уже знаю даже, сколько пустить, чтобы реку, не посмотри. Ну да, да, да. Так, что тут есть? Небо в звездочках, столбики, между которыми можно ходить. Тут есть пол. Да, здесь есть, я не знаю, что это. Это Земля или Луна, планета какая-то и звездочка. Здесь клип у нас по бокам. Угу. Ладно, я медленно потихоньку пробегусь. А наверх тут можно запрыгнуть? Да, можно, в принципе. Можно запрыгнуть. Здесь. Есть тут лампочки. Тут свет клип находится сбоку. Да, вот. Вот, видимо, нам вот надо бежать туда, туда, наверх и как-то вот, вот туда. Раз тут эта штука. Очень хочется туда наверх залезть, но это вряд ли у меня, конечно, получится. Можно попробовать как-нибудь с обом здесь. Хотя, не знаю, есть здесь оба? Нет, оба нет. Сейчас проверим. Вот появилась Джей. Да, обув нету. А, можно, конечно, попробовать как-нибудь... вот несколько ракет и вылезти в вылететь в ту дырочку, но... Это, в общем... Что-то сомнительное увлечение. Так. Что у нас дальше идет? Дальше у нас вот такой подъем. Вот один ракет. Рокет. Ракета. И здесь нам дают квад. Special thanks to FPS Andy. Квад. Квад дают на сколько? На 3 секунды. Ой, его даже набирать здесь можно. Прикольно. Да, можно поднабрать. Добежал, набрал кучу квада и все, и полетели. Да, и вернулся на старт. Да, если бы можно было там. Да. Вот, здесь у нас... Такая рампа, которая, на которой нельзя прыгать и которая не даблджампается, то есть нужно приземляться перед ней и просто в нее, видимо, сажать что-нибудь. Так, ракет. Ну-ка, всади что-нибудь в эту рампу, братан, давай. Так, что тут еще? Вот эта рампочка здесь можно вроде даблджампить. Ну, в принципе, да, и достаточно юзабельно, если что, можно будет. Двоечка. Что за двоечка? А, тогда здесь клип стоит. А он weapon. Да, то есть ракеты взрываются, не долетая до стенки, то есть можно спокойно в нее стрелять. Угу. Так, что дальше? В общем, надо наверх. Без квада тут туда просто так, видимо. Нет, без квада можно, но. Это затратно. Сейчас я еще раз попробую. Оп. Оп, 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 оп. Дальше. О, тут. А тут можно сразу? Вот так вот. Оп. Не, нельзя. Жаль. И вот здесь вот. А тут я не знаю. Надо. Нет, тут тоже клип. Сейчас всю стенку. И здесь никак никто не пролезть. Жаль, жаль. Ну ладно. Ну, без читов в этот раз. Вот, здесь, в общем, наверное, вот в потолок можно еще ракетом стрелять и начинать ракетами спамить.
отовсюду. Ну, здесь вообще вся карта в рокет-спаме. Да, это не стиль Энтера, поэтому он не отправил. Да-да-да, тут колок какой-то. Здесь у нас такой слик наискосочный. И, кстати, я случайно заметил то, что вот эта вот синяя фигня, это, оказывается, надпись, которая вот так вот нифига не, чита, не, она не читабельная. Да? Как бы здесь не... Ну вот отсюда ее не видно, ее ну, вообще понятно. Ниоткуда не видно. Ну немножко вот отсюда видно. Да, вот отсюда ее видно. Здесь написано слик. Он умеет по-английски читать. Вот. То есть и вот этот слик, по которым можно сликать и набирать скорость и, в общем, да, лететь. Здесь у нас такие колонны, которые без клипа, но это небольшая проблема. На потолке то, ну, как бы ничего нету, то здесь тоже заклиплено все, заткнуться нельзя. Вот можно только вот этот уголок воткнуться, если сюда прилететь. Ну, это маловероятно. Так, здесь у нас... Здесь у нас ничего нет. Я туда не хочу падать. Да, не упал. Да, можно наверх забраться тут. Постоять, здесь, посмотреть. Здесь клипа нет, кстати. Посмотреть, я вот, лобы, может, есть какие-то. Я бы туда прыгнул, но... Чёрт. Оп-оп-оп, там клип! А, в общем, там клип, и за ним сразу килл. Ну, чего, попробую как-нибудь стандартными дорожками проходить сюда. Я зря выстрелил. В общем, здесь на слике можно попробовать набрать скорости какой-нибудь. А, о, да, второй раз ты почти уже почти падаешь. Вот здесь у нас второй такой, вторая такая дорожка, не знаю, как это швеллер, во. Как ты можешь? Швеллер. Швеллер. Да. Ну, такие штуковины железные кладут для. Ну, дома железные. Так, фин, конец. И вот он, фин. Конец. А здесь, кстати, нету клипа. Да, по фину можно прыгать. Законом не запрещено. Нет, ничего нету, и тут килл. Вот. Сейчас я, наверное, покажу карту в девмапе. Потом попробуем ее побегать. Просто показать, где находятся триггеры, чтобы люди не... В радианте ты имел. Да, ну да, в радианте. Экран. Так, сейчас вот он прогрузился. И вот мы находимся на старте. Но сначала нам дают вот ракеты, неуязвимость, кучу всего. Моргающий клип, моргающий триггер. Это коробочка со стеклом. Ну, в это не залезть. И мы можем видеть то, что вокруг нас клип везде. Слева, справа, сзади. То есть вылезти из него мы не можем. И над нами вот здесь вот тоже находится... Что это такое желтое? Это такой триггер, который пересекает вообще все. Вот. Что-то странно как-то. А, и он находится над клипом. Вот этот клип, который сверху, он тоже закрывает вообще все. То есть сначала у нас со всех сторон 4 клипа, слева, справа, сверху. Да, и мы их никак не обойдем. Приходится бежать вперед. Здесь вот триггер, который нам дает эту квад. Да, летим вперед. Здесь тоже заклиплено со всех сторон все. Вот здесь только сбоку его можно обойти, вот этот триггер. Но этот триггер чекпоинта, он... Да, это просто триггер чекпоинта. Target gift, чекпоинт. Что он дает? Кстати, что он дает? Где? А, который наверху после подъема. Я не знаю. Так. Триггер мульти. Это просто чекпоинт. Мне показалось, что это то, что там. Ладно. В общем, этот триггер нам просто
говорить то, что мы прошли там быстрее или медленнее. Мы летим дальше. Здесь тоже клип со всех сторон. Прыгиваем в эту штуку. Синенькая — это слик. Летим вверх. Вперед, 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 вперед. И дальше у нас просто вот две таких штуковины. Швеллер тут. И после него либо вот здесь вот через этот проход, либо через верх нужно добраться до финиша. Финиш вот таким вот образом устроен. То есть он не выпирает, если что, нужно падать сюда, если кто-то решит вдруг вот так наискосок пролетать. Вот. Это, да, финиш. Ну, в принципе, все. Простенькая карта на малое количество секунд с кучей ракет. Тупо куча. Тупо ракет спамом. Вот, два. Возвращаемся обратно на... Ой-ой-ой. На нашу игру. Сейчас. Сейчас я должен появиться ведь. Ну, да, появился, все, должен, отлично. Должен. Так. Итак, ты будешь показывать, как проходить? Или мне еще попробовать пару раз пройти? Да без разницы, как хочешь. Давай чуть-чуть просто пройду. Тут самые стандартные дорожки — это как бы рокет-бусты. Как вы видите, здесь вот какой-то неизвестный игрок пытается проходить. И он делает рокет-буст от этой стенки, от этой стенки. И, наверное, вот от этой стенки. И дальше рокет в пол. И можно видеть то, что раз нам, ну, здесь сбоку есть вот такая вот стенка, то в нее вроде очень выгодно стрелять, больше скорости получим, чем если в пол как-то такое приземление. Ну и плюс нам нужно приземляться желательно прямо перед этой джампадом, поэтому логично то, что вот таким вот образом проходить, стрелять в пол. Где-нибудь выстрелить в стену как-нибудь, чтобы приземлиться вот здесь вот прямо перед этим, перед рампой. И потом в нее спамить, в общем, как получится. Я попробую просто хоть чуть-чуть побыстрее проходить. Не получилось. В принципе, здесь хватает на три ракеты, на три выстрела. То есть один в стенку, в рампу или там после нее, и вот в эту штуку. Не знаю, хватит ли на 4, не пробовал. Вроде не должно хватать. Не, на 4, нет, на 4 не хватит. Вот. Ну и после вот того, как мы здесь вылетаем, начинается опять ракет спам от всех стенок. Здесь у нас, лучше всего, конечно, здесь, наверное, буст сделать где-нибудь в этой стенке, чтобы завернуть, так как скорость огромная и заворачивать сложно, то... сохранением скорости бустом помогает ее перенаправить, этот вектор скорости, то есть при подлете где-нибудь здесь можно бустануть с поворотом, подпрыгнуть перед сликом, начать там, не знаю, сликать как-нибудь, выстрелить и, в общем, при помощи нескольких ракет добираемся до финиша. А теперь давай показывай, как делать это быстро. Ну, собственно, Enter показал самый старт, это такие вот два буста. Ну, тут буст, в принципе, не нужен, тут просто стрелять можно. Ну и с самого старта, в принципе, то, что у нас открытая прямая, ничего не мешается, можно кинуть рокет наперед в целых два места, по идее. Можно кинуть вот, допустим, в эту стену, но тогда вот эти два буста не подходят, потому что... Пока их делаешь, тут типа раз прыжок получается, два прыжок, ракета уже долетит. А слушай, если ты вот стреляешь, а потом берешь квад и потом ловишь рокет, он получает от обычного рокета дамаг, да? Да, да, да. Ты же его стрельнул с обычного рокета. Вот. И либо кидать вот туда куда-то, либо повыше, в рампу, да, грубо говоря. В рампу более естественно уже выглядит, можно как-то попробовать затаймить, но я думаю, этого никто не делал. Я тоже, в принципе, я пытался, но это такое... Это очень сложно и очень мало дает, мне кажется. Да, это и дает не критично, в общем, если ты его не сделаешь. Так что начало, я думаю, можно оставлять и таким, тут под себя.
И вот тут, в принципе, появляется вариативность. Либо мы продолжаем спамить по этой стене, как Enter показывал, без потери скорости особой, заходя на стик. Либо мы с этой рампы, ну, с потолка, стараемся сделать вот здесь еще рокетом ГБ в пол и завернуть на слик. Это вроде как получается побыстрее, чем вот так вот обход. То есть ты все равно обслик потеряешь, так или иначе, а тут ты как бы режешь вот эту часть, и просто у тебя получается, ты как бы не прямым углом стреляешь, ну, бежишь не прямым углом, а как будто вот так вот просто режешь. Ну, по чекам действительно выходит быстрее, если сделать это хорошо, то сотки две плюсом дает. А, еще, кстати, вариант более такой хороший, можно кидать вот сюда рокет. Суть этого рокета в чем? Его нужно словить, ну, лучше бы, конечно, идеально со вторым рокетом, то есть, грубо говоря, 2х, и залетать сразу туда. Да, я, кстати, думал об этом. Набрать много скорости, сделать дабл-джамп, и с дабл-джампа не стрелять в эту рампу, которая там будет. Типа того. Туда. Но это тоже, как выяснилось, медленно получается, потому что ты тут летишь с маленькой скоростью, потом еще все это место пролетаешь с маленькой скоростью, там 1400. В итоге ты пока летишь, у тебя еще квад одна секунда бесполезно теряется, и ты успеваешь максимум один выстрел сделать, и то, если повезет. Ну, в общем, идея, конечно, красивая, все это хорошо, но бесполезно, к сожалению. Так что вот... Ну и на этих... Как ты сказал? Шнеллеры, да? Шевелера. О. Да, тут прыгать, оказывается. Тут клип, но, видимо, да, который загораживает все, но не до верха дотянут, видимо. Да. Ну, в общем, вот так вот, если делать буст и сразу на слик, выходит намного побыстрее, чем просто бустами спамить. Ну и тут у нас также появляется некая вариативность. Как вы могли заметить, Enter там залазил наверх. Собственно, можно через верх пройти. Но в CPM это тоже сомнительное. Потому что скорости очень много, нужно пиксель в пиксель попадать по высоте, чтобы вот туда упасть, прям в этот финиш. Это ладно бы еще долететь, попасть, нужно вначале это как-то сделать. Ну, в принципе, пару вариантов были, то, что можно вот с той стены при большой скорости делаешь... Тут РЖ, как раз по кулдауну делаешь тут РЖ, залетаешь наверх на эту, и с нее уже туда. Как показать это даже, сейчас попробую. Ну, как-то типа того, только ну, надо очень хорошее РЖ сделать, и отсюда уже, в принципе, долетается. Или не долетается, да. Но в CPM это в принципе не совсем выгодно. В CPM самый, собственно, быстрый получается такой ролл, потому что не надо терять скорость при забирании, когда забираешься наверх, ты, получается, не набираешь ничего. Еще не факт, что заберешься, но это очень такой, как бы, типа, есть такой путь, но он не нужен, как, в принципе, во многих картах бывает. Ну и вот. Вот, в принципе, такая карта. Что-то еще здесь показать, я даже не знаю. Секретов здесь нет вроде никаких. Я не видел. Ну да, везде вроде клипы, ничего нигде не срезать. Так что... Вот он что-то... Просто ничего нет. Ну чё, придется демки идти смотреть. Придется? А, ну в ЭКУ-3 можно. Да, в ЭКУ-3. А, давай тогда сервер поменяем. Да, я скопипастил. ВКУ-3. Так, а где у меня? Вот он. City Rocket. Так, я и забыл, как эта карта называется. А, сейчас золотую.
Люси. Два так, что ли? Ага. Так, мы опять здесь, на этой карте, но немножко другая физика. Да. А, что показать? Ну, давай я попробую в Q3 пройти теперь. А, ну, так как давай. В Q3 здесь нельзя стрелять в эти стенки, в эту стенку, ну то есть можно, но потом скорость теряется, то логичнее, наверное, и быстрее всего получалось использовать, как сказать... Прилипание к стенам. Это такая штука, когда если стреляешь прямо перед касанием стены, то ее можно, как сказать, прилипнуть к ней. Сейчас я пробую. Вот, типа таким образом. То есть я не отлетаю от нее, я вроде как немножко прилипаю к ней и продолжаю дальше лететь. Таким образом, можно... Можно вроде как прилипать вот к этим боковым стенам, но из-за вот этой вот решеточки, которая здесь есть, она очень сильно мешалась, потому что постоянно втыкалась, как сказать, цеплялись стенки. К ней нельзя было просто в бок нажать и прыгать, там, не знаю, стрелять рокетом. Альтернативных путей здесь вроде нету, я, по крайней мере, нашел. Можно было пробовал как-нибудь вот отсюда начинать. Но вроде как стандартная горизонтальная, как сказать. Вот просто по прямой это вроде быстрее у меня получалось. Ну. В принципе, остальное очень похоже на CPM, по крайней мере, я проходил. Рокет пол, рокет от стены. Здесь рокет. Единственное то, что в Q3 здесь сбор этих BFG мог быть чуть выгоден, более выгоден, чем CPM. Потому что в CPM здесь... Квада, то есть... Ой, да, квада. В CPM тут все очень быстро пролетается, и не успеваешь ничего там сделать. А в Q3 там, к сожалению, там поворот такой, угол, в общем, теряется скорость, и... С помощью этой квада можно было попытаться набрать скорость. Но не знаю, кто так делал. Я, в общем, так не пробовал, не могу сказать. Ну, это тоже, да, не выглядит, что это медленнее выглядит, но, может быть, так кто-то и быстро смог пройти. Так, сейчас еще разок пройду. Ну, в Q3 здесь... Опять же, две дорожки. Либо справа спамить в эти стенки, потом как-нибудь здесь выворачивать и туда продолжать спамить. Либо лететь вот так вот наискосок. Можно попробовать сделать несколько XRG, но здесь скорость очень много, там тысяча, ну, больше 2000, по-моему. Ну, 2000 точно бывает, да. Вот, поэтому ракеты наперед здесь вообще никак не помогают. Здесь какой-то сложный этот поворот, особенно в Q3. Я пытался проходить с поворотом от стенок, но это все равно было медленно. А здесь можно прыгать на этой рампе, на этом слике, или набирать скорость, или как-нибудь... В общем... не знаю, можно... Вроде можно было вот так вот лететь по нему и постоянно ракетами стрелять. Ну там да, если на скорости, в принципе, как-то прижимает все равно диагонально наверх к слипу и можно все ракеты... Да, еще вариант, кстати, по поводу вот этого всего. Когда у нас много скорости, то вот здесь вот, если мы проходим по вот этой стене, начинаем ракет спамить, здесь рокет используем, там, не знаю, вниз, то мы залетаем почти наверх, и здесь можно в приседе стрелять от потолка. Это дает почти столько же, сколько от стенки. То есть это выгоднее, чем стрелять вот в эту в стену, чуть-чуть набирая скорости. То есть, ну, вроде как желательно головой в потолок приседать и пытаться стрелять вроде от него. Ну и дальше, как CPM, в принципе, несколько... Три стенки, два швеллера и финиш. А! О, еле долетел. Капец, сегодня в ударе.
Вот. Ну и также в Q3 можно было попробовать перепрыгнуть через вот эту вот стенку. Но я не знаю, кто-то так делал или не делал, я не пробовал, по крайней мере. Ну это в Q3 то же самое, в принципе, что и в CPM, это не особо выгодно. И здесь еще потолок низкий, оказывается. Я головой ударился об небо. Ну, у неба тоже есть край, видимо. Ну и в Q3 тут, в принципе, более реалистично выглядит запускать ракету в стену, которая дает квад, в принципе. Ну, вот, там куда-нибудь туда. Да, ну, либо туда, да, либо правее стена, поближе. В Q3 это более реально, затаймить полегче. Мне нужно дольше ждать. Сейчас там еще раз прыжка 2 где-то, по-моему. Я просто попробую, я не знаю, вдруг получится. Ну я пробовал, немножко пробовал, не особо получалось. Ну вроде как в одно время с ней прилетаем, но почему-то она как будто не ловилась. Очень странно. Очень много скорости я, по крайней мере, тратил. Не знаю, как ее сохранить. Ну, это вообще медленно очень все было. Надо намного быстрее, нужно там скорость сохранять, от всех стен стрелять, в общем, быстро все это проходить. Вот. Ну что, пойдем на Эпи смотреть? Или ты хочешь? Да, пойдем. Нет, больше нечего. Энтер на все обратил внимание. Ну и по традиции начнем с ВК-3. Последнее у нас место. Как всегда, Демонор у нас, видимо, троллит, либо ему просто делать нечего. 13 место занимает последнее. И с Польши 32. Плей. Плей, да. Что-то я задумался. Ладно. Демо отплавим, надо сейчас их быстро показывать. Да. Итак. Ну, он, да, троллит здесь. Ну вот он, да, как всегда. У него как будто скрипт на это, знаешь, на крутилку. Да нет, видно, что мышка крутит. Он так это крутит, что такое? Приз за оригинальность отдается Демонору. Ну. Если никто больше ничего. О, ты нет, ты видел, как он долетел? Это же вообще. Короче, Демонор, я знаю, что ты не посмотришь это, или посмотришь даже. Поздравляю тебя с и призом за оригинальное прохождение. Ну это пока, ты что, мы еще Демки не посмотрели? Ну пока, да, у меня да. Тут, у всех есть шанс. Кианекс, Россия, Тольятти, плей. 21,8, быстрее на... На 8 и... Ну, на да, 8, вот он начинал от сзади, потом. Вот он набирал много. Как-то он странно понабрал. Ну, в принципе, почему бы и нет. Выстрелил от потолка, как завещал Энтер. И... Финиш. Пришел, да. Ну, не такие не хорошие, в принципе, ракеты. Старайся лучше. Далее. Декус 21,2, Россия, плей. Побыстрее ровно на 600. Интересно, он тоже набирал? Ну, вот сейчас посмотрим. Дикас. Может, потерял. Да, тоже набирал. Тоже, причем набрал тоже 11. Не финиш. Ну, не знаю, что сказать. Мне кажется, меньше можно было набирать. И, ну, дальше будем смотреть, посмотрим, как там по времени различается все это. Ну да. CMC US 18,8 play. Быстрее на 3,5 секунды вроде бы. Нет, 2,5. Две, да. Или
На, две. Что ты путаешь меня, блин? Тоже с собиранием. Он собирал до 8 секунд. Но спамил он тут, конечно, нехило так. Но спамил пободрее, чем да, намного... товарищи его. По цеху. Поэтому так скажем. Намного быстрее прошел. Да. Вот. Следующий. На сотку побыстрее N-God ZQN белорус Силоплей. Прошел буквально чуть-чуть быстрее. Да, посмотрим, сколько он набрал. Вот, на двух стенах стрелял. Только две ракеты с другой. Можно было попробовать три, то есть от стенки и еще какой-нибудь. Прошел без набора квадов, кстати. И быстро, кстати, получилось. Ну так, да. Ну, неплохо. Следующий Винтер. Undead Winter 18.3 быстрее. Ну, плей. Быстрее на 0.4 где-то секунды. Он. В принципе, как я и говорил, начинал с двумя ракетами. Потом только в стены не стрелял. И только две ракеты использовал. Спиной почти все проходил. Вот. Неплохо, в принципе. Хотя до 14 еще много народу. Да, ну так, бодренько пострелял. Далее у нас 17.7 эффект плей. Быстрее на 600. Да, где-то на 600 он быстрее прошел. Так. Большим прыжком делал. Вот сейчас он попал, кстати, в это. Использовал три ракеты. У меня скорость очень маленькая. Маловато. Ну вот как-то. Так, он несколько раз промахнулся ракетом. Можно было постараться, наверное, чуть почаще подать. Да, мог бы, может быть, даже Кета обогнать. Кет 17.2, плей. Чуть-чуть быстрее, о, на не чуть-чуть, на полсекунды. Там мне показалось, там 2 с чем-то было. Вот он. О, 2 ракеты. Ух ты, 3 РЖ взял. Мог выстрелить еще разок. Подумал, что далеко отскочит, наверное. Ну да. Как-то так. У него, ну он, по сути, словил-то одну ракету все. Странно то, что когда он кильнулся, у него таймер не прекратился. Да, да, да. Ну, так бывает, у меня там настройки эти. Пятое место. Хейз 16.7 плей. Побыстрее на... Так, на тоже около 600. 0.500. Хотя, да, около 600. Тоже бодренько так спамит. Набирает квада. Быстро, ну, в принципе, так, да, 16 секунд, но с набором, я не знаю. Ну, очень хорошо проехался прямо по карте, мне понравилось, ну, так чистенько, да, прям. Еще ракет наперед пол, неплохо получилось. Да, да, да. Не было ESA 15.7, плей, быстрее на секунду, сейчас посмотрим, он тоже, наверное, с набором будет. Без набора. Не просто пострелял хорошо. О, как классно проспал. У него ракеты прям попадали в место, куда он приземлялся. Классно, в принципе, пройдено очень быстро. Да, еще бодрее. Все бодрее и бодрее демки. Мне это нравится. Без набора, кстати. Да, без набора.
и открывает топ-3, да? Да. Да, топ-3 у нас открывает Бригант, Плей. Быстрее на 700, быстрее не Буллы. Бригант растет у нас. Растет скоро. Набирал, не набирал. С набором. Ну, офигенный финиш. Финиш нового. Но оригинально все равно прошел Дима Норрен. Оригинальнее. Я бы, наверное, Бриганду отдал. Ну, если, конечно, топ-2 и топ-1, не такая же дорожка. Хотя я не знаю. Ну, если такая же, это тогда уже не оригинально получается. Ну, да. Ну, посмотрим. Ну, давай посмотрим, да, Гризли. Гризли, 14.5 плей. Быстрее на 0.5 где-то. Сейчас посмотрим, как он. Интересно, как будет проходить. Да, тоже с набором. 8 секунд. Точно так же все проходим. И тоже с долетом до финиша. Может быть, Гризли это фейк Бриганда? Или что-то такое? Или наоборот, не знаю. Да. Ну, нет. Извини, Бриганд, ты без приза. Ну и топ-1 у нас золотой кубок. 14.4, побыстрее на соточку. Да. Я не знаю, нашел ли здесь такую же дорожку, или он стандартный проходил. Сейчас посмотрим. Ну, стандартно очень тяжело такое выбить, такой тайм. Тоже зацепил прям краешком. Офигенно. Единственное, я не знаю, можно ли было на чуть-чуть поменьше набирать квада, потому что после того, как Декс отстрелился, он там еще секунды полторы, наверное, просто летел с этим квадом. Да. То есть, скорее всего, даже можно 13, и у Декса не очень хорошие ракеты были, где слик в целом. Ну... Мне кажется, можно там побыстрее. Ну, вот прям он как-то... Ну, мне показалось, что медленно, где слик. Так что, ну, короче, есть куда, в принципе. Если задрачивать кто-то решит, знаете, что надо 13. Ну, в общем... Топ-3, они все прошли офигенно крутой дорожкой. Ну, да. Дорожка крутая, конечно, но набор это не... Я не знаю, что сказать про набор. Маппер не очень хорошо продумал, надо было там таймер, ну, этот... Не, с другой стороны, если бы не было набора, тогда все бы однотипно проходили. Может быть, разное, в общем... И мы переходим к CPM дорожкам, демкам. У нас сколько демок разных? Да, 25 демок нам прислали. Начнем с топ, не знаю какой. Киримон, Россия, Москва, 27.4, плей. 27, либо начинающий совсем. Сейчас посмотрим. У него моделька Essence, как у Зерга. Меня терзают смутные сомнения. Рокет там надо было чаще спамить, наверное. Вот он там какое-то время прыгал. Вот сейчас он прыгает просто с трейфом. Не, чтобы Рокетом пострелять. В общем, чувак, если ты, у тебя есть очень много ракет, и ими надо прям каждый раз, как только кулдаун проходит, стрелять, желательно. Желательно. Ну и желательно в стену куда-то. Да, и желательно в стену куда-то стрелять ей с ракетой. Тогда она будет тебе давать сколько-то скорости, желательно, чтобы плюс 500. И вот с этой скоростью надо сохранять, не втыкаться в стены. Да, и в общем, в идеале. Можно еще и ГБС делать, чтобы давала не 500, допустим, а 700, софт. Но это все дело наживное, советуем как больше играть, можно. Да, можешь в онлайн заходить и... Смотреть демки, смотри, как другие проходят. Наверняка можно постараться просто так же повторить и сделать побыстрее. Окей, следующая демка.
24 место, это руф плей побыстрее. 19.0 быстрее аж на 8 секунд. Да, 8 секунд. Сразу такой разрыв дикий. Посмотрим. Моя подпоткнулся. Тоже с набором. Набирал, кстати, до 10 секунд. Здесь. Ну как-то он забирался даже до квада долго. Я думаю, что надо было постараться и хотя бы быстренько залететь, и это бы сэкономилось, наверное, секунды две. Ну да. Но в целом, ну, прошел, в принципе, как сказать-то, ну, спамил, спамил ракетами, да. Углы более-менее хорошие, как бы, я даже не знаю, к чему придраться, просто больше опыта тут уже набираться, тут уже, в принципе, не знаю, даже по себе. Следующий хардкор России 18.9 плей. Он прошел на 0.1, буквально на чуть-чуть-чуть быстрее. Начинало без двух ракет с одной. Можно было чуть подальше. Не успел третью ракету выпустить. Мог бы в потолок выпустить. Да, не очень уверенный слик. Я бы даже не знаю. Ну, для общего развития я бы посоветовал слик карты какие-то поиграть. Ну, он там тоже не такой простой слик. Он наискосок, ну, там да, неудобно на нем да, сликать, ну, да, но да. Что поделать. Кипиш, Челябинск, плей. 18.440. Быстрее на полсекунды. Как в Укудри почти начинал, но здесь с набором до 8 секунд. Можно было, наверное, вперед, как некоторые делали. Стараться в пол. И не успел чуть-чуть выстрелить в пол. И все равно добежал до финиша. Неплохо, в принципе. Да, так. Ну, пободрее, чем хардкор, как мне показалось. Даже не то чтобы по времени. А именно вот само исполнение, как будто, ну, вот уже такое более осознанное движение рокета. Стреляние, если так можно назвать. А, побыстрее на 1.3. Братец из Австралии, Рикошея, плей. В смысле 1.3? А, да, секунда, да, и 30 секунд. Да, да. Сейчас я уж испугался, думаю, не то запуска. Нет, нормально. Он очень втыкался в стены. Он вообще втыкался в стены. Зачем-то менял... Ну, может, он, так он как в ОКУ-3 проходит, он не он знает, что это прям играет. И когда при повороте, при отстреле от стены, он кнопку вперед не отпускал, а ее надо отпускать. Вообще-то. Да, кнопку вперед надо отпускать. Вот. Ну вот он поэтому и занял 21 место, между прочим. Это тебе не хухры-мухры. Да-да-да. Take 5, дай 5, 17.0, play. Быстрее на 0.1 секунды. Там с мелочью. Вот. Он не делал разворот. Не успел он на 3 ракеты, использовал только 2. На слике немножко скорости набрал. Здесь он потерял, потому что почему-то поздно пролетел. Да, да, скорее всего. Потерял, потому что почему-то. Классное объяснение. Ну, в общем, надо стараться ракетами почаще куда-то втыкать. Стрелять. Да. Чтобы было эффективно, потому что в ЦПМ есть AR-контроль, есть. В принципе, что есть и в ЦПМ. Есть AR-контроль, можно просто спамить и поворачивать. Есть повороты, можно лучше к стенам прилипать, есть всякие дабл-джампы, но здесь их не было. Да, ну бусты есть. Да, бусты есть. Заходите в онлайн, набирайтесь опыта, если что, у меня или у Энтера там какие-то советы, спрашивайте, обязательно дадим. В общем... Lighters, Россия, Ханты-Мансийск, Play.
Там, не знаю, есть ли ограничения на длину? Где На флаги? ханты, ну я думаю, есть, наверное. Если. А, или нет. Как будто бы так и написано, да? Ханты Манси. Ну да ладно. Ой, сколько он набрал? 10 секунд. Чтоб наверняка. Прям до конца почти. Вот Но это спам. мне кажется, на те же 14 секунд можно спокойно с V3 дорожкой Ну сделать. да, даже побыстрее получается можно, Ну, по сейчас идее. посмотрим, интересно, вот там много демок. Да. А что сказать? Побыстрее. Я не знаю, что Ну, сказать. я, в принципе, что? Играть? Еще Да, играть и да. играть. Бро Москал, Россия, плей. 16 944. Прошел на чуть-чуть побыстрее, там меньше чем 0,1 секунды. На 4 фрейма, что ли. Да, он уже без набора успел 3 штуки выстрелить. Вот здесь вот не попал ракетой, скорость немножко не набрал. Как-то он, я даже не знаю, на что он надеялся, когда тот рокет пускал. Но он Но в не успел довернуть целом, немножко. ну, любит кнопку назад, в принципе, это смотрится классно, но, ну, добавить еще четкости, еще опыта, в принципе, я думаю, он топ, ну, десятку-то будет занимать. Почему нет? А, 17 место, Нгот Леман, 16,8. Так, подожди, где он? Вот он, плей. Побыстрее на сотку, почти Да, сотку. чуть-чуть. Ну, в онлайне играл, видел тебя, кстати. Да? Да. А, точно. Вот Никак у он, нее не вдох. получался рокет. Ну зато, с другой стороны, он пытается выбить лучшую попытку. Некоторые же пройдут, как попало, и отправляют. А это уже похвально, что он лучше пытался сделать. Финиш. Ой, там я опять пролетел, походу. Уже, наверное, третий раз финиширую. Ну, не очень уверенно, я бы сказал. Нужно побольше уделять Да, времени, больше старания. когда, да, больше Почет, времени почетче в уделять стены ракет. стрелять, и будет нормально. Он очень много в пол стрелял. Мне Ну, видимо, кажется. от стен пока отлетается у него, и так вот чувствуется неуверенно, в общем. Да, братан, старайся лучше. Так, дальше. Криворуков, плей. 16 728. Я не заметил, насколько он быстрее. Насколько это быстрее? Это на Что сотку. это было? Это он так рандомно. Не догнал, рандомно просто выстрелил, попробовал, не получилось. Ну почти. Он был близок. Сли, кстати, пободрее, Да, чуть побыстрее. получше, но Но в целом остальной рокет, так, ну, средненький. конце в стену воткнулся, очень потерял. Да. Там с 2000 до 1600, что ли, около. Даже Да. несмотря на рокет, куда пустил. Дальше, Римыч, плей. Еще на 2 секунды. Предыдущий тоже, кстати, на там одна с чем-то секунд была. 0,1 точнее. 0,1, тут да, тут ровно 0,2. 0,2. Получается. Римыч. Ох, чуть-чуть не хватило у него времени на еще один, ну, чтобы. А, да, но он изначально рокеты не так пускал, где там квадро. Поэтому потерял кулдаун. И он заворачивал просто эйр-контролем в конце. Не знаю, что сказать. Получше, почетче в стены попадать. Можно было, наверное, пройти так, чтобы выстрелить рокетом. Ну, то есть третьей ракетой там побольше скорости получить. И от нее бы еще там полсекунды можно было набрать. Да, максимально задействовать квад. Надо было тоже попробовать как-то что-то сделать.
Вот. Ну что ж, дальше RX8 Play. 16448 RX8 Россию Санкт-Петербург быстрее на 0,1 буквально на чуть-чуть. Начинал почти так же, как все, не от трех стен отдай. Классно реализовал все, все, что можно. Вот здесь вот очень мало скорости у нее было. 400 после слика. Вот на слике, к сожалению, потерял все, что можно. Да. То есть он там воткнулся в стену и на слике очень мало скорости набрал. Вот. Ну, в целом, пройденный достаточно неплохо, если, мне кажется, ему вовремя вот на эти вот ошибки, где он много потерял, заострить внимание, то он очень быстро, мне кажется, справится, потому что рокеты нормально кидает. Ну да, наверное. На мой взгляд. Н. Год Петрович, 14.5, плей. Сразу Украина, отрыв Украина. В секунду. Да. Две секунды. Две секунды. Вот он. Ну, три рокета делал в начале. Здесь успел три рокета выстрелить. Реализовал как раз слик. Хоть два прыжка потом прыгал. Ну это пока самое быстрое начало. И в конце немножко зафейлил. Не получилось его вовремя выстрелить. Так, досмотрел? Да. А следующий, еще один человек из клана N-God. Форостахе, Орехова Зуева, плей. Побыстрее на соточку. Буквально чуть-чуть, они все рядом. Специально, чтобы такие деньги отправляют. Типа, братан, у тебя там какой? Типа, дай-ка я сделаю чуть побыстрее. Интересно, они соревнуются друг с другом, там, чтобы друг друга перебить? Мне кажется, они друг другу скидывают таймы в любом таймы. Случае. Ну, не знаю. Ну, так. Как тебе рокет у него? Да, в принципе, я не знаю, что сказать. Средний. Можно было, да, пострелять как-нибудь по чуть получше в стены. Побольше. А у тебя сколько тайм в ЦПМ? Честно, не помню. Но чуть-чуть быстрее. Ну, в общем, по-моему, 13-4. Мне тоже надо было получше постараться. Я тоже вообще как окну подыграл эту карту. Ну, ты не послал, надо было посылать. Посмотрели бы на Энтера, когда он нуб. Всем интересно это будет. 13-7, в общем, еще один год. Мягкий пуз. Плей. Быстрее на 700. Тоже такой неплохой же отрыв. 700. Ой, какая моделька интересная. Ах ты, застрелил в пол. Набрал даже скорость. Во-во-во. Слик достаточно хорошо прошел. Там вообще... Вообще у него почти все неплохо пройдено. Да-да-да. Вот, ребят, смотрите, вот он насувал рокет вообще куда только можно. Даже под себя как каким-то образом кинул. И вот он результат. Занимает он, получается, 11 место. Чуть-чуть ему не хватило до 10-го, которое занял GT Aggressor. Старичок наш. Старенький. На 200 быстрее плей. Посмотрим, что Aggressor нам предложит. Кроме Дима Нора, он нас, наверное, никто не удивит больше. Хотя, ну, как... Ну, Кутрирова удивил, в принципе. Пытался Агрессор делать бусты. Вот тоже, кстати, вариант. Не обязательно на слике все набирать скорость. Можно было сразу отстрелиться и начинать от левой стенки уже ракеты. Да-да-да, полноценно, да, эти от рокетов набирать по 500. Тоже вариант, конечно. Ну, он сам прекрасно, я думаю, все знает, потому что играет больше тут, чем весь топ вместе взятый. Эфиоп, Россия, Екатеринбург, плей. Быстрее на соточку буквально, на 100 миллисекунд. Тоже, наверное, хорошее сейчас прохождение будет. Мне интересно единственное у агрессора узнать, что он чувствует, когда отправляет демо. На рукап, на миссикап. О, на стыке набирал неплохо. Вот только... Вот здесь он буквально две ракеты только использовал. Надо было как-нибудь стены попытаться. Там, не знаю, этот двух с половиной разогнаться.
Да, но тут он уже, я так понимаю, просто на верочку, чтобы наверняка уже пройти. Скорее всего, хороший плюс какой-то был. Ну и как бы вот лишнего не рисковал, как-то не получалось, может. Ну, в общем. Да, следующий. Hello, Россия. Play. 13.264. Очень близкий таймы. Быстрее на 0.2. Совсем на чуть-чуть. Сейчас посмотрим. Тоже без бустов. Просто втыкался в стены. Неправильно. Не очень корректно попадал. Вот, а он так же, в принципе, пострелял. Они прям четко на дослика долетали по прямой. И сразу они начинали заворачивать, набирать скорость. Тоже неплохо, кстати, набирали. Вот. Ну что, дальше? Я не знаю, что сказать. Неплохо, в принципе, пройдено. Ну, надо больше использовать стены, в Да, общем, потому что от стен больше и скорости. учись использовать бусты. У него вначале вообще ни одного буста не было. Он там просто как-то стены пострелял, повтыкался в них. Можно было там в начале, в самом полсекунды, мне кажется, набрать. Да, бусты наши, все. Эффект 12.0. Плей. Быстрее на целых, сколько там? На один и Секунду, два. секунду и две десятых. Сейчас посмотрим. Вот он использовал бусты, все, которые можно. Один рокет поздновато выстрелил. Вот, и все остальное очень хорошо пройдено, быстро. Он Вот все стены видите, он в пострелял. стену стреляет, вы же видите. Делайте так же, это же быстрее. Вы что, не получается? Пробуйте. Получится, сами офигеете. Вам же лучше. Шестое место побыстрее. Чуть-чуть эффекта Плей. обогнал. Дрим, да. 12 На... и 0.32. На там 0.50, что ли, там около того. Да, где-то так. Он даже бустанул спиной. Все три ракеты завязал. Сделал буст, который про который ты говорил. Но потом он просто прямо-прямо стрелял. С двух ракет. В пол и стена. Но вот стены тоже не получил ничего, то есть просто он сделал обычный там этот, ну как rocket jump просто со стены. Ничего он в итоге не приобрел, но в целом, ну прошел быстро. А следующее. Юдмитрий, Россия, Урай, 11.7, плей. А ты, кстати, демку отсылал? Нет. А у тебя сколько? Мне 11,2. Ну там надо бить еще там 10 минут. И мне пока лень. Еще я играть. Да, использовал все три ракеты. Забустил. Здесь отлично во все стены пострелял. Вот, офигенное прохождение. Вот прям Да, рокеты очень классно. чуть. Вот и от стены ему по 200 упсов давало. Да, он первый, кто вышел из 12 секунд. Очень классное прохождение. Но Да, он не очень делал классно. буст, который ты говорил, он от стен от всех справа там стрелял. Ну, ему и так хватило, в принципе, чтобы занять пятое место, так что. Прикинь, на фрейм, всего на фрейм быстрее Небула плей. Из Америки у нас. Дружище. Ну, Дмитрий растет прям, вот реально, Димон растет. Димон молодец, он прям. Ну, четко у него все выглядит. И таймы четкие, в принципе. Вот они было прямо во все стены пострадал. Единственное, на финише у него не получилось бустануть или что-то там. У него там 1700 всего скорости было. Ну да, он это как-то он не знаю, что с ним случилось, он не Воткнулся. попал в эту, получается, да, просто в стену воткнулся, когда можно было там об этом обкосую набрать намного больше скорости. И Вот. все-таки кто-то из НГОТ добрался до топчика, топ 2 получается, Да, 2 у нас место. ZQN. Да, play. Быстрее на 200, чем не было. Блин, ну ZQN хорош, это реальный результат. Реально Посмотрим. хорош. Сейчас, да, очень хочется посмотреть, как он это делает. Без бустов.
прошу заметить. Во-во-во. Делай так же. Я чувствую, ты 10 точно делаешь такой дорожкой. Спасибо за дорожку. Да. Классная дорожка. Знаешь, что будет классно? Что если вот Хейз с точно таким же таймом прошел другой дорожкой, вот это будет классно. Почему? Ну. А почему нет? Ты что, разные дорожки, один тайм. Ладно, давай смотреть. Плей. Ну, четкие рокеты. Немножко можно было побыстрее на слике, по-моему, за QN. Ну, попасть именно на сам слик. А в целом очень хорошо. И у Хейза сейчас... Там все бусты использовал. Три ракеты использовал. Завернул неплохо на 2500. И еще раз прошу заметить, что... Да, нет. Нет, слушай, другая дорожка. Да, другая. Ну, стандартная, которую ты показывал, которую все держали. Да, и сделали один тайм. Ну, очень весело. Я что-то хотел. Он года офигенный. Что? Да, у него офигенный финиш, но у него очень фиговое начало. Он без бустов это сделал, а Хейс это сделал с бустами. Ну, в общем, разница. Даже это может быть не в скилле разница, но... В дорожке. Дорожка очень много добавила. Он, например, наискосок на финиш прилетел. Это, там, не знаю, минимум полсекунды срезало ему. Да. Вот. Торнер. Поздравляем Торнера с топ-1. Да, 11-1. Давай смотреть, плей. Перебил пока меня. У меня 11-2. Но я нисколько, мне нисколько не стыдно. Потому что сейчас я знаю новый роут на 10. Минус 350. То есть у него очень классно все пройдено, он много скорости набрал везде, где только можно. На всех, ну, в общем, везде. Ну да. Отличное прохождение. Давай побыстрее посмотрим, чуть медленнее. Таймскейл 0. Таймскейл 0.5, Enter. Демка еще разок. Сам себе говорит такое. Play. Давай. Смотришь. Давай. Да. Посмотрим, как. Торнер. Ворон прыгает до стенки. Делает буст на 1100, буст на 1500. Потом он прыгает. Дежавю, у меня странная кончина. Для этой стенки использовал 3 как раз квада. Да, здесь хорошо отлетел от верхней рампы на 200, и тут очень много на слике набрал. 603 тысячи. И здесь после отстрела на 2300, отлично. Мне кажется, он если бы сделал именно буст на этой, на косой вот этой стене, он бы еще больше сделал там, плюсом. Там где-то, совсем... может, ну, может 11.1 ровно где-то так был. Может быть. Ну что ж, переключаемся на браузер. И вот мы видим результаты. Вот здесь куча демок. Здесь их можно посмотреть, скачать. Вот, кстати, вот один архив на все эти демки. Кто хочет, можно посмотреть, прокомментировать. И на данный момент стартовал новый компетишн. Третья карта, кстати. Третья финишная будет. То есть после нее будут подсчитаны результаты по очкам, кто какие места занимал на первой, второй, на третьей карте, и будет объявлена таблица лидеров. Вот. Третья карта у нас имеет Рокет, Плазму. Может еще что-то? Сейчас я гляну. Рокет, Плазму, Items, Battle Suite, Functions, Портал, Телепорт, Джампад, Слик, Ватер и Таймер. То есть там вот это все есть. Я не знаю, поиграем, посмотрим, может, кто какое-то еще место классно займет. Да, присылайте демки обязательно. Присылайте демки, будем смотреть, будем обозревать, делать обзор на нее. Вот, ну, в принципе, все, наверное. Ну да,
Да. принципе, да, Да, спасибо всем, смотрите, что там, не знаю, лайкайте, как некоторые. Можете заходить, комментируйте. да, можете заходить на там ВК куда-нибудь, в группу, в Дискорд. В Дискорде мы, кстати, все есть. Да, в Кого нету. Дискорде все общаемся, можете смело заходить. У нас тут целых Чатики. 82 человека в Дискорде вообще. Да, давайте. В общем, всем спасибо, всем всего хорошего. Да, всем пока.